Доброе утро. Ведем свой репортаж из Федеративной Республики Германия. Погода хорошая, не замерзаем. На балконе перцы растут успешно. Ну, не скажу, что такие уж сильно большие. Вырос в обычных, в необычных условиях, среди гераний. Среди гераний. Вот, чувствую себя, вижу, хорошо. И вот такое. Сегодня у нас 1 ноября 2022 года. Вот в таком горшке выросло вот это вот чудо. И оно продолжает цвести и расти. К Новому году у нас будут перцы. У меня и так у нас уже есть, видите, какой большой. Ну и напоследок покажу, какие у меня цветочки. В очередной раз покажу, какие у меня цветочки на балконе. Покажу вам еще. Вот такая у меня красота. Покажу еще улицу. Тоже не мерзнем. Все цветет, все пахнет. Клумбочки, вот они. Вот 1 ноября. Травечка, видите, какая красивая. Ну, немножко пасмурненько. Листья опадают. Но 1 ноября, друзья. Всем мира, добра, любви ближнему. Спасибо вам за комментарии, за лайки. Я вам очень признательна.